Лала Исаиди, марокканская художница, иллюстратор и фотограф, известная своими постановочными фотографиями арабских женщин в современном искусстве. Родилась в 1956 году в Марракеше, Марокко. В 16 лет она уехала учиться в Париж. После своего возвращения в Марокко она вышла замуж и перебралась в Саудовскую Аравию, где родила двоих детей, а позднее развелась. Исаиди вернулась в Париж в начале 90-х, чтобы заниматься в Национальной высшей школе изящных искусств. В 1996 году она переехала в Бостон и получила степень бакалавра в университете Тафтса. В 1999 и степень мастера изящных искусств живописи и фотографии в школе музея изобразительных искусств в 2003 году. Ее работы выставлялись по всему миру, в том числе в Национальном музее африканского искусства, а также представлены в ряде коллекций, включая Художественный институт Чикаго, Музей искусств Сан-Диего, Музей изобразительных искусств Корнелла, Фрисский музей в Леувардене, Нидерланды, Музей изобразительных искусств Бостона и Музей искусств Уильямс колледжа в Уильямстауне, штат Массачусетс, США. В 2015 году Музей искусств Сан-Диего организовал выставку Лалы Исаиди «Фотографии». В настоящее время она работает в Бостоне, штат Массачусетс, и Марокко. Ее нынешняя резиденция находится в Нью-Йорке.